Ангарчане, имеющие статус детей войны, начали получать выплаты ко Дню Победы. Всего на территории проживает почти 20 тысяч человек, родившихся с 1930 по 1945 год. На сегодняшний день заявление написали около 19 тысяч жителей нашего округа. Из необратившихся у нас остался 821 человек. То есть я понимаю, что есть люди, которые не проживают у нас на территории, то есть проживают по каким-то причинам в других субъектах, проживают в каких-то других городах Иркутской области. То есть такие тоже есть. Но есть и те, которые на сегодняшний день, может быть, не слышали. Может быть, они маломобильные, то есть не выходят из дома. Зима. Находятся под присмотром родственников, но не совместно проживающих, а те, которые, допустим, их навещают. Заявление на получение выплаты детям войны необходимо подать до 1 апреля. Сделать это можно в управлении по адресу улица Коминтерна, 41, а также в любом офисе МФЦ.